Да-да-да, всем привет, это Белка не ТВ в Крыму и Севастополе, мы смотрим на Фиолент. Сегодня у нас в гостях друзья из Киева, это Максим Бородин. Привет, я вообще очень рада видеть, что вы у нас здесь, в Крыму. Привет. Привет. Скажи, что принесли сегодня? Ну, я принес песни, это самое лучшее, что у меня получается. Отлично, как называется? Первая песня называется «Каждому свое». Поехали. Скажи, а ты знаешь, что жизнь словно поле? Кто скачет в припрыжку, кто просто шагает? Тропиночек уйма, маршрутов миллионы. Каждый свое выбирает, каждый свое выбирает. Каждому свое, каждому свое, каждому свое, каждому свое, каждому свое. Каждому свое. Аист про крылья, про небо мечтая, берегу снятся объятия с волнами. Свет нужен звездам, они им сияют, моряков направляя ночами, моряков направляя ночами. Ветру раздолье необходимо свистеть, хулиганить, мотаться по свету. Пламени рыжему так трудно без дыма. Без дыма костра просто нету. Без дыма костра просто нету. Каждому свое, каждому свое, каждому свое, каждому свое, каждому свое. Каждому свое. Зиме нужно белое бальное платье, дороге бродяга бородатый с котомкой, дитю неумелому мамка и батя. Нельзя одному быть ребенку, нельзя одному быть ребенку. Мечтает утес про зеленую липу и парусник белый на горизонте. Дворняга без дома мечтает быть сытой, мечтает про дождь всякий зонтик, мечтает про дождь всякий зонтик. Каждому свое, каждому свое, каждому свое, каждому свое, каждому свое. Каждому свое, 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 каждому свое. Спасибо. Аплодисменты, все аплодисменты. Спасибо большое, очень здорово. Скажи, пожалуйста, знаешь, что ты уже который год приезжаешь именно в Ялту? Да. Отдыхать или работать? И скажи, почему выбор пал на Ялту? Ну, первый вопрос, отдыхать или работать. Я приезжаю в Ялту, работая отдыхать и отдыхая работать. Потому что, ну, ты видишь, какая у меня работа. Шикарная музыка. Я играю песни, поэтому я приезжаю отдыхать, и мне за это платят деньги. Очень здорово, что ты приезжаешь со всей семьей, потому что у нас сейчас дети, жена и друзья. Да. Это очень круто, потому что целый мир. Скажи, расскажи про свой проект в Киеве. Сколько у вас человек и как давно вы уже этим проектом двигаетесь и как он называется? Ну, проект мой называется моим именем, моей фамилией Максим Бородин. Каждый год я записываю по новому альбому, накапливаются песни, которые я пишу. Все артисты, которые со мной записываются, играют, это постоянно разные артисты, в зависимости от того, какие у меня цели. Песни все, которые я пишу, они есть ВКонтакте, в Ютубе, в общем, в соцсетях, и везде в сети можно их найти. Есть несколько клипов, и, кстати, один из клипов мы сняли вот на берегу Крыма.
Классно, спасибо тебе большое. Приезжайте летом в Крым, и в Ялте вы всегда услышите Максима. Спасибо. Это было Balkany TV, пока. Счастливо. Спасибо тебе.